Всем привет! С вами Лига Music Wars. И сегодня у меня нестандартное видео, ребята. Меня сегодня взломали. Я вообще не ожидал. Хотя у меня была минимальная защита на аккаунте. Это не мешало, ребята, утащить мой пароль. Пароль мой от ВК. Хорошо. Не были удалены фотографии, не были удалены, ну, то есть страница не была обнулена, как делается у многих. В общем, за 4 часа, ребята, пока владели моим аккаунтом мошенники, они успели отписаться, получается, ну, многим из моих друзей. Кто-то, ну, имею в виду, начал вести с ними переписку. В общем, молодцы, ребята, никто не повелся на действия мошенников. Прекрасно знают, что я просто так, ребята, просить деньги не буду. Соответственно, мошенники далеко и глубоко от... Ну, в общем, идут лесом. Ругаться просто не хочу по этому поводу. Но самое смешное, что я к Саньку Прокудоку попал на стрим. У него прямо на стриме начал мошенник выпрашивать деньги. Санька, привет тебе большое. Вот, я сразу, короче, перешел в настройки, ребята. После возвращения страницы это не составило большого труда. И накрутил новый уровень безопасности. Вы знаете, что в 2017 году, ну, те, кто не знает, была запущена система, ребята, двойной аутентификации. Эта двойная аутентификация позволяет, прежде чем входить в какой-то аккаунт, допустим, того же самого ВКонтакте, она требует от вас введения данных. СМС, получается, пароли, введение паролей в специальном приложении. Плюс их несколько аутентификаций. То есть не только Google его делает, но и другие. Некоторые вещи, про них я про всех рассказывать не буду. Ну, в общем, пришлось, ребята, накрутить еще дополнительную защиту. Очень, очень прям... пришлось. Ну ладно, ничего страшного. Помимо защиты на ВК, ребята, мне пришлось накрутить дополнительную защиту аутентификации на почту, докрутить защиту на Facebook. Представьте, ребят, у меня бы угнали Facebook. Это там, где находится мой персонаж, докторишка. То есть представьте, сколько средств, то есть там 5 лет игры, там все псу под хвост, просто, то есть раз, пшум, и нету. А представьте, вы вложите свои деньги, ребят, вы играете через ВКонтакте, вы вложите туда там 30 тысяч, допустим, в аккаунт, представьте, и у вас украдут, а у вас нет безопасности на восстановление. Да даже простейшее, имею в виду, получается, восстановление пароля, а за 4 часа, ребята, владения вашим аккаунтом, за 4 часа, можно сделать все, что угодно. Можно зайти в вашу игру и поудалять все, вообще полностью. Но это сегодня мне дало, ребята, задуматься о том, я сегодня и на своем основном аккаунте, на канале, я сегодня также увеличил уровень защиты, привязав к нему дополнительное приложение. То есть мало у меня того, что у меня было SMS-уведомление, я еще и приложение туда привязал. Что на всякий пожарный, вот прям на всякий пожарный. Я не хочу, чтобы у меня произошла та же система, что произошла в свое время у Макса Дракулы, который полностью потерял свой канал. И я думаю, такие у нас вещи происходят не, ну, повсеместно. В связи с тем, что, ребята, получается, пароли крадутся не от того, что они одинаковые,
А от того, что вы заходите на сайте работает специальный скрипт, который просто крадет ваши пароли. Ну, очень неприятно, если честно, сегодня было. То есть за 4 часа, то есть мошенники на нас записывали, ну, дофигища, короче, у кого попытались повыпрашивать деньги, мне пришлось 2,5 часа переписываться с людьми о том, что это был не я. Прям очень неприятное ощущение. Теперь, ну, честно, я спокоен. Теперь у меня аккаунт, получается, на ВК связан с телефоном, телефон связан с приложением. Дальше email у меня, получается, связан с приложением и с телефоном. Facebook связан чисто с телефоном у меня, получается, а приложение само Google Идентификатор связано у меня с двумя телефонами. То есть, ну, такую небольшую, но защиту я себе прикрутил. Ну, просто, ну, не надо наглеть, ребята. Я, конечно, все понимаю, но нефиг шариться не по своим аккаунтам. Что-то долго затянулось, наверное, разговариваю. Ребята, хотел просто сказать, ну, увеличивайте защиту на безопасности, потому что, ну, новая система всплыва паролей просто... Я даже, честно, я не ожидал. Я меняю постоянно пароли. Но не может быть такого, что... У меня один раз в месяц пароль меняется. Это значит, реально сайт просто увел мой пароль. Где-то я, короче, прокололся. То есть вот в чем шило. Ну ладно, ребят. Давайте. Всем счастливо. Это был новостной блог, можно так сказать. Ребята, защищайте свои аккаунты. Пожалуйста, не потеряйте свои персонажи. Не потеряйте свои данные, особенно если вы туда вкладывали деньги. Счастливо, ребят. Счастливо. Счастливо.